Еще раз добрый день. Приветствую вас у меня в театре, в дочернем предприятии. Тут у нас находится Центр современной драматургии. Сейчас. Садитесь, пожалуйста. Центр современной драматургии здесь находится. Это отдельный театр. У нас два театра. В Малахитовом зале театр и в Гранатовом зале, где вы находитесь, театр. Очень необычная сцена. Она такая широкая. Зрители, которые приходят сюда на спектакли, должны хорошо владеть, так сказать, шеей, вот так вот поворачивать голову туда, туда. Тут идут самые лучшие спектакли в городе Екатеринбурге для молодежи, для молодых. Здесь работают молодые актеры, молодые драматурги, молодые режиссеры. Тут разрешается экспериментировать, делать все, что угодно. Это очень невыгодно финансово, когда разрешается делать все, что угодно, как вы понимаете. Поэтому я вас всех прошу, когда вы будете уходить, там стоит банка, да? Положите туда немного денег. Что там стоит? Самовар. Самовар там стоит. Положите, пожалуйста, на процветание нашего театра. Найдите, пожалуйста, немножко мелочи какой-нибудь. Это первое, что хотел мне, что я должен сказать, потому что мне сказал сказать это Бутаков, главный режиссер Центра современной драматургии. Второе, что он сказал, значит, чтобы я передал вам. Я здесь вообще, я здесь никто, понимаете, я, поэтому я говорю все, что мне сказали. Вот, обязательно делайте фотографии, можно фотографировать, снимать, автографы брать, значит, у кого хотите, у актеров, у драматургов, у Ани Матвеевой. Только выкладывайте, пожалуйста, все это в интернет с хэштегом CSD. Да, правильно, Антон? Либо хэштег Николай Калида, либо Калида театр, либо кто еще? Антон Бутаков. Антон Бутаков. Туймазинский академический театр, да, да, которого он ставил спектакль. На самом деле это все шутка. Я очень рад, что... это не шутка, да, всерьез. Я очень рад, что сегодня здесь, вот кроме тех, кто записался к нам на этот вечер, еще студенты театрального института моего отделения, которое называется «Литературное творчество, драматургия». Потому что они-то, вот, живых писателей, глаза не видели. Только себя они смотрят в зеркало утром на себя, вот, и думают, что они писатели. Вот сегодня они наконец-то познакомятся с настоящим писателем, посмотрят в глаза этому писателю и, наверное, зададут какие-то вопросы, наверное, будет какая-то возможность. Я хочу вам представить Аню Матвееву, замечательную писательницу, можно так говорить, писательница, Аня Матвеева. Я Аню знаю много-много лет. Аня говорит, что это я был виноват в том, что она стала писательницей. Правда? Может, это и правда, я не знаю. Сколько сердец я зажег. Боже мой. Последние книжки Ани, ну не последние, крайние, «Горожане» есть целая глава про меня, ну да, не только про меня, там, про многих. Я с кем? Я с Букашкиным. Спасибо. Я шучу. Все, что дальше будет, товарищи, я вот за все за это не отвечаю. Вы, пожалуйста, это все, вот Центр современной драматургии придумал. Я не смотрел, они, как всегда, это делают так, что это огонь, огонь, огонь. Так что давайте поаплодируем им и начнем.